После советско-польской войны по условиям Рижского мирного договора, подписанного 3 марта 1918 года, Западная Беларусь оказалась в составе польского государства. Об этом нелегком периоде, а также о событиях сентября 1939 года, истории воссоединения Западной Беларуси с БССР и основании Дня народного единства говорили на диалоговой площадке под названием «Родной наш Брест. Ты нас, связующая нить», которая прошла в Брестском горисполкоме. Для того, чтобы быть белорусами, для того, чтобы понимать, кто такие белорусы, надо знать историю белорусов. И события, которые произошли 17 сентября 1939 года, к чему они привели? Основное последствие, конечно, это воссоединение разорванного народа. Уже одна эта причина гораздо более важна, чем многие другие аргументы. Были разорваны судьбы, были разорваны жизни. А вот благодаря этому событию, благодаря походу Красной армии, удалось восстановить единство белорусского народа. Сегодня мы имеем счастье жить в суверенной независимой Беларуси. А ведь это результат исторических событий, которые имеют непосредственную связь с Днем народного единства. Они оказали прямое влияние не только на наш красивый, трудолюбивый, уютный, родной для разных поколений город в целом, но и на судьбу каждого из нас. В канун такого важного государственного праздника, как Дня народного единства, вот этот круглый стол, должен быть той общей объединяющей площадкой, которая позволит нам еще больше сплотиться, вот, всем вместе, найти общие точки соприкосновения и по истории, и по настоящему нашего города, вместе работать, трудиться на благо нашего города, чтобы он был еще краше, лучше, ну и, конечно, на благо нашей страны. Ветераны, люди среднего возраста, молодежь пришли на диалог поколений, чтобы в доверительном разговоре посмотреть на события прошлого, осмыслить их последствия и причины. Только вместе мы способны отстоять нашу независимость и суверенитет. А для того, чтобы строить будущее, мы не имеем морального права предавать забвению прошлое.